Добрый день. Сегодня я хочу вам представить еще одну практику Симаронскую, которая называется клубок. Когда чувствуете, что запутались, примените практику клубок. Проблему, которая больше всего вас беспокоит, возьмите в свои руки как клубок. Представьте себе этот клубок, какого он цвета, размера, рыхлый он или тугой. А теперь начинайте разматывать этот клубок, опуская конец нити в бездонный колодец, вспоминая при этом то, что привело к теперешней ситуации, но в обратном порядке. Что сейчас, что было вчера, позавчера, месяц, год назад. Разматывайте клубок до его основания, пока не закончится его нить. Посмотрите, на что была накручена нить клубка. Может, на обрывок листа? Тогда мысленно сожгите его. А конец нити отдайте мысленно Всевышнему, на его волю. Не исключено, что размотав свой клубок, вы поймете причину и цель той цепи событий, через которые вам пришлось пройти. Теперь, по прошествии времени, все видится так понятно и ясно. Но если, размотав клубок, вы ничего не нашли, то все равно уже раскрутили ситуацию. И теперь она будет развиваться по-другому. И вы это скоро увидите и почувствуете сами. Я желаю вам успехов. Я желаю вам благополучной жизни. Я желаю вам осуществления ваших мечтаний. Всего доброго. С вами была ваша Галина Смит.